Как вылечить насморк? Хочется ответить самостоятельно никак, и это действительно так. Правильным сказать, обращайтесь к лор-врачу, и лор-врач вам поможет. Если говорить очень лапидарно, грубо, примитивно, при условии, что насморк возник у вас самостоятельно и недавно, и когда вы откажетесь от сосудосуживающих капель, будет синдром отмены, вам будет крайне некомфортно, будет, ну, в кавычках, скажем, ломка, но тот самый ксилометазолин или, по сути, адреналин, который попадал вам в полость носа извне, уйдет. Организм ваш адаптируется, поймет, что он уже может жить без капель. Внутренний адреналин, который вырабатывают надпочечники, опять будет выбрасываться на уровень нижних носовых раковин. Носовые раковины начнут сокращаться, начнут нормально работать. И вот так вы свой насморк вылечите. Вы проработаете ситуацию внутри головы, что каплями сосудосуживающим я уже не буду пользоваться, что я хоть не очень комфортно, но могу дышать. У вас появится физическая активность, вы начнете интенсивнее ходить, и вам станет комфортно. И если вы сможете сделать так, то вы молодец, и лор-врач вам не нужен. Во всех остальных случаях нужен лор-врач. Но представьте себе, мы сейчас говорим о механике, о механической зависимости. То есть, когда носовая раковина находится в отечном, напряженном, увеличенном состоянии, и плюс к этому еще приложим искривление перегородки носа. Кто на механику может повлиять? Только лор-врач. А вот психологическую проблему прорабатывайте либо сами, либо с вашим психологом.